В рабочем кабинете чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева в музее Симбирско-Чувашской школы квартира Яковлева находится каталожный шкаф. Правда, он принадлежал не самому хозяину кабинета, а его старшему сыну Алексею. Алексей Иванович Яковлев – историк, педагог, профессор. Вместе со своей семьей в сложные 1920-е годы вернулся в Симбирск и жил в этой квартире. Заодно перевез сюда вот этот шкаф. Каталожный шкаф непростой, с секретом. Там хранились документы. Чтобы открыть все его многочисленные ящички, необходимо выдвинуть ящик с замочком. Пока он закрыт, все ящики будут под замком. Каталожный шкаф очень напоминает библиотечный каталожный шкаф. Может, не случайно в конце жизни Алексей Иванович работал профессором в Московском государственном библиотечном институте. А во время работы в Симбирске организовал губернский архив. Когда музей восстановили, приняли решение поставить каталожный шкаф в рабочем кабинете.